Березовая аллея вдоль просторного пешеходного бульвара, расположенного на Завидной улице, была посажена год назад. За это время она успела стать любимым местом для прогулок горожан разных возрастов. Посадить на аллее именно березы была инициатива местных жителей, так как эти деревья росли здесь раньше. Правда, сейчас хотели бы немного разнообразить. Хотелось бы чего-то более такого основательного, типа сосен, либо хвойного дерева, потому что они и здоровье несут, и детишкам будет приятнее. То есть запах, хочется хвои, кедр. Не знаю, насколько наша полоса как бы подходит под эти деревья, вот, но хотелось бы что-то вот такое. 22 сентября здесь состоялась экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», в которой приняли участие представители администрации муниципалитета, это депутаты и жители микрорайона. Здесь сегодня мы высаживаем 20 берез на той аллее, которые вообще планировали высадку и, собственно говоря, производили высадку в прошлом году. Но есть такой коэффициент неприживаемости. Те деревья, которые у нас не прижились, мы сейчас производим замену по обязательствам гарантийным самого подрядчика, поставляющего саженцы в прошлом году. Как отмечают специалисты, на посадку одного дерева они тратят около 3 минут. К акции присоединился и заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. В рамках этих акций мы учли все пожелания жителей, которые просили озеленить, совместно определили именно эти места не, собственно, каким-то хаотичным способом, а именно по заявкам наших жителей. Это очень правильное и благое дело, потому что, во-первых, жители сами принимают участие в озеленении своего микрорайона. Во-вторых, мы сажаем деревья, делаем красивую, экологичную ту территорию, где мы проживаем. Вот. Ежегодно принимаю в этом участие с огромным удовольствием, да, то есть вот, вместе с жителями. Стоит отметить, что в этом году из-за пандемии коронавируса ежегодная акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в ограниченном формате с соблюдением требований безопасности. Активное участие в экологическом мероприятии приняли ребята из Видновской школы номер 10. Вероника Балыкова сажает березы на этой аллее уже второй раз. Девятиклассница признается, что потом очень приятно наблюдать, как оно растет. Идешь и каждый раз замечаешь это дерево, проверяешь, все ли там в порядке, на месте. Есть такая какая-то ответственность, как будто это твой, не знаю, домашнее животное, что-то такое. Всего на территории Ленинского городского округа было высажено около 3000 саженцев на 27 площадках. Следующая посадка деревьев в рамках акции пройдет в деревне Картино. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.